Борьба с вечерним аппетитом. Первое. Чайную ложку меда запить теплой водой. Второе. Выпить стакан кефира. Он не только утоляет голод, но и в целом полезен для женского организма и не наносит вреда фигуре. Третье. Выпить стакан молока. Можно пить как теплое, так и холодное. Четвертое. Выпить чашку крепкого черного чая. Пятое. Зубная паста перебивает аппетит. Почистите зубы вечером. Двойная польза. Номер 6. Выпить 2 стакана чистой воды. Желудок будет наполнен, не будет желания съесть еще что-либо. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!